Могу ли я зайти? История произошла с моим онлайн-знакомым. Буду рассказывать с его слов. Дело было пару лет назад в городе Электроугли, что находится в Московской области. Слово «город» к нему очень сложно применить. Но, однако, этот статус угли имеют уже довольно давно, но выглядят как привет из прошлого. Так вот, в этом городе у меня дача. Решил я туда поехать со девушкой, с которой недавно познакомился. Приехав на дачу и закинув туда купленную еду, питье, решили пойти купаться. В общем, прокупались часа два, пока не пошел дождь. Тучки набежали на минуту, и совсем светлое небо вдруг стало совершенно черным. Я выполз на сушу и начал собирать наши шмотки, а девушка так бы и не вылезла, если бы я не запугал ее молнией, которая может ударить в озеро. И тут краем глаза я увидел мужчину, стоящего рядом с деревом и поглядывающего на меня и на мою девушку. Что интересно, на нем был темный костюм, рубашка с галстуком и даже шляпа, которую он почти сразу снял, как только я его заметил. А ведь на улице было где-то примерно плюс 25, минус 26. Но вскоре он отвернулся, и мы потоптали домой. Когда мы зашли в дом, дождь барабанил уже вовсю, и, кажется, пошел град. Похолодало резко, и пришлось включить газовый обогреватель. Мы решили до вечера сидеть у телека за просмотром фильмов на ДВД. Короче, где-то на третьем фильме были уже на веселе от вина. Меня ее явно начало клонить в сон. Мы выключили плеер и принялись целоваться, но не тут-то было. Раздался звонок. Надо сказать, что дождь не кончался, а лишь наоборот усилился. Началась гроза, капли хлестали по крыше с удвоенной силой. Я подумал, кто еще это может быть? Неужели родители решили внезапно на дачу приехать? Подходя к двери, я посмотрел в окно и увидел, что на пороге стоял этот мужик. Тот, что был на берегу, осторожно открыв дверь, оставив лишь одну щеколду на цепочке, я спросил у этого джентльмена, что ему нужно. Потупив секунд пять и даже не поднимая голову, чтобы посмотреть на меня, он произнес: «Можно мне войти?» Из-под мокрой шляпы я увидел только его губы и подбородок. Кожа была очень светлой, не загорелой, как у человека, который находится дома 24 часа в сутки с закрытым шторами. Я слегка впал в ступор вот такой просьбы и ответил: «Нет, нельзя». «Вы кто вообще? Как вы оказались за калиткой?» Мужчина мягким голосом ответил, что калитка была не заперта. И тут я вспомнил, что, скорее всего, так и есть. Девушка подошла ко мне и сказала то, что я должен был сказать ему сразу: «Нам гости не нужны, уходите, пожалуйста, к себе домой». И тут этот мужик сказал то, от чего у меня побежали мурашки: «Но это и мой дом тоже, вы не могли бы хотя бы вернуть мне зонт, он стоит прямо в углу за вами». Я слегка офигел и повернул голову, чтобы посмотреть назад. И тут у нас с девушкой глаза сделались круглыми, как мячи для бейсбола. В углу реально стоял черный мужской зонт, трость с изогнутой ручкой.
Я чисто по инерции закрыл дверь, закрыл на все замки и завел подругу в комнату, где мы смотрели телевизор, и сказал сидеть там. Я набрал телефон матери, она, как всегда, не брала трубку, поэтому было решено звонить в милицию. Я дозвонился до них, сказали, что подъедут, а территориальный их пункт находится на другом конце города у старого рынка. Ехать до нас на машине, наверное, минут 15. Они сказали мне не открывать дверь, но ждали мы их долго, а мужик тот все так стоял, почти не двигаясь перед дверью, заглядывал в окошко и что-то бубнил. Я подошел поближе к двери и услышал, что он снова просится в дом. Я, потеряв терпение, крикнул, чтобы сваливал нах отсюда, что мы вызвали ментов. И тут я услышал крик подруги. Она орала. Из той комнаты, где я сидела, я побежал в комнату и почти столкнулся с ней в пароходе. Она сказала, что этот мужик стоит под окнами уже там и стучит в окно. Но он стоял секунду назад у двери и просился войти. Из гостиной мы сразу пошли в спальню и закрылись с ней там, прихватив бутылку пива, не чтобы выпить, а чтобы было чем вмазать по башке, если что. Короче, через минут 10 к дому все-таки подъехала милицейская машина. А они начали звонок в дверь. Когда я вышел из дома, то под окнами мужика этого уже не было. Мы обошли весь дом с этими ребятами. Я рассказал им свою историю о том, что видели этого мужика еще у озера. Я рассказал и то, что он сказал. Показал им его зонт. Менты решили пошарить хату побольше и нашли в коридоре старый чемодан, накрытый тряпками. Я его тоже видел, но думал, что это наш. Они при мне открыли эту рухлядь, и в нем лежали шмотки, от которых странно пахло. Но шмотки были чистые, хотя и старомодные. Там было полотенце, слегка уделанное какими-то темными пятнами. Там были солнцезащитные очки старенькие, брюки коричневые, пара светлых рубашек, несколько галстуков. Они забрали это с собой, дали телефон следователя, попросили завтра прийти в ментовку и звонить уже, если вдруг опять появится он. Они, как я понял, еще сделали пару кругов на машине возле озера. Я видел их машину пару раз из окна. Ни о каком интиме уже речь не шла. Девушка весь вечер дулась на меня, будто я в чем-то был виноват. Говорила, что больше сюда не приедет и что завтра уже едет домой и видеть меня больше не желает. Заснули мы с горем пополам. С утра меня разбудил не будильник на мобиле, а звонок матери. Она увидела, что я звонил ей вчера. Я, короче, рассказал ей все, уверил ее, что с нами все нормально, сказал, что иду в ментовку. Я проводил подругу до электрички, поцеловал ее, еле далась. Я направился в милицию, я пришел к этому следователю, он попросил еще раз рассказать, что вчера произошло. Он записывал все это на старом компе, и вещи, которые вчера изъяли из моего дома, стояли у него в углу кабинета. Я думал, с вещь доками не так поступают. Когда он дописал всю телегу, он дал мне ее почитать и в печатанном виде, я подписался, и он начал рассказывать мне свою историю. Оказывается, последние 2 месяца около озера пропадали пьяные гуляки, причем даже те, которые были в компании друзей. Пропадали так девушки, так и мужчины. Трупы не находили, но и людей этих тоже. Кто-то нашел пару шмоток, вроде как девушки, которая пропала, но уже где-то далеко на дороге, ближе к другому населенному пункту. Сумку вроде из сланцы. Мужика этого видели, говорит, не один раз. Крутился обычно возле озера у школы. Она прямо у озера также замечали. Я не знал, что думать, но потом та девушка мне написала шутку, что он мужик похож на вампира был. И шмотки у него такие, как из прошлой эпохи, годов так из 50-х. Внезапно после этой фразы мне аж спину морозом продрало. Есть же легенда, что вампиры не могут зайти в чужой дом без приглашения. И кто знает, что бы было, если бы я повел себя вежливо.